Снег, слякоть и глубокие лужи. Привычный пейзаж близ детсада «Журавлик» на Октября 4А. Здесь рютовчане паркуются и выходят из авто прямиком в грязь. Те, кому места не хватает, бросают машины на асфальте. Благодаря хаотичной парковке дорога в детсад для родителей и дошколят превращается в полосу препятствий. Но ситуация скоро изменится. Инициативные горожане обратились к властям с просьбой решить эту проблему. Конечно же, жителям это некомфортно, неуютно, поэтому принято на следующее решение. Мы переносим немножко сюда, расширяем территорию детского сада, чтобы в этой части не использовали как парковку для машин. Значит, а здесь дальше, где жители страдают от того, что негде поставить машину, мы сейчас будем проводить опрос жителей соседних домов, кто имеет машины, и, соответственно, других жителей, о принятии решения по созданию парковки. Если жители одобрят инициативу, парковку благоустроят. Ямы заполнят грунтом, весной площадку заасфальтируют и разграничат бортовым камнем. Тогда авто можно будет ставить с обеих сторон. Смонтируют и уличное освещение. С ним у «Журавлика» тоже не все в порядке. Дорога вдоль дома номер 11, которая расположена сзади меня, освещена очень плохо. И вечером там очень темно. Родителям идти темно, некоторым даже и страшно. Дети спотыкаются, то есть родители боятся, что ребенок по дороге в детский сад может быть травмирован, поэтому освещение необходимо. Первых воспитанников в детский сад «Журавлик» приводят в 7 утра, а последнего забирают в 7 вечера. В эти часы особенно темно. Дойти до сада без приключений помогают огни многоэтажки и фонари-гуськи на здании дошкольного учреждения. В прошлом году наружное освещение оборудовали вдоль соседнего дома на Октября 8. Скоро свет появится и со стороны центрального входа в детсад. Получается, что подсветив одну часть дома, да, перпендикулярную дорожку, которой не так часто пользуются, жители тоже пишут о том, что необходимо освещение. Мы также ее поставили в план «Светлый город». И на следующий год мы здесь также сделаем освещение и поставим светодиодные фонари. Поэтому я уверен, что в следующем году именно в этом дворе здесь станет комфортнее. В планах городских властей и благоустройства территории за детским садом. Здесь корни деревьев приподняли и деформировали дорожное покрытие. Отрезок приведут в порядок, заасфальтируют. На эти цели из местного бюджета планируют направить порядка 200 000 рублей. Валя Шарыпова, Сергей Сомов, телеканал Реутов.